Здесь в основном гуманитарный груз – это инструменты, бензопилы, триммеры. Самарская компания, которая занимается информационной безопасностью, не остается в стороне, когда речь заходит о безопасности государства. Для бойцов, которые в зоне СВО защищают страну, подготовили и передали необходимые вещи. В первую очередь, различные инструменты и технику. Снабжение работает, но дополнительные возможности от коммерческих компаний, от государственных компаний и поддержки различных фондов – это необходимо. Этот гуманитарный конвой стал 19-м в рамках акции Общественной палаты Самарской области «Своих не бросаем». В этот раз в честь яблочного спаса в груз добавили и вкусные подарки. Самарские дачники и садоводы собрали для бойцов более 300 килограммов яблок разных сортов. Организовали в чате своих единомышленников, кто готов помочь. И, в принципе, я вчера собрал все эти яблоки и привез сюда. Всего в формировании гуманитарного груза приняли участие более 10 компаний и организаций. Участников сориентировали по списку необходимых товаров, сформированному бойцами. Мы выполняем заявки, поэтому сегодня, продолжая наши традиции, желаем нашим защитникам здоровья, удачи и выполнения тех задач, которые перед ними поставлены. Логистику и сопровождение гуманитарного конвоя из Самары до расположения 2-й общевойсковой гвардейской армии и подразделений Самарского батальона будут осуществлять военные при содействии фонда «Звезда Элира» и Самарского областного комитета воинов Отечества. Андрей Горгуленко, Николай Епифанов. События.